Здравствуйте. Вот на обзоре у меня царь Тигран, 25 лет и 10-летний. Будем сравнивать по цене, качеству, какой лучше будет в данном обзоре. 30 минут прошло после открытия. Тигран я еще пил 10-летний. С полгода назад, поэтому полбутылки осталось. Сейчас и сравним. Царь Тигран 25-летний стоит в районе 9-11 тысяч, в зависимости от места. 10-летний брал за 1400 рублей со скидкой. 25-летний я брал в Окей за 5600. Сейчас он стоит за 9, а то и выше. Вот и сравним, стоит ли оно того или нет. Так, 25-летний. На нос посмотрим. Да, аромат, конечно, напоминает двин. Насыщенный. Да, конечно. И цвет у него более такой янтарный по сравнению с десяткой. Даже если взять их, тут, наверное, не будет видно. Но видно, что светлее, потемнее. Ну, насыщенность, спирты будут более выдержаны. Да, тут прям глубокий аромат именно сухофрукты. Курага, может быть, кизил, кислинка есть. Ну да, здесь считай, такое ощущение, что разбавили пополам водичкой. Ну аромат насыщенности в два раза меньше. Да, тут в два раза насыщенность как бы не в три. Хотя крепость 40. Ну да. Но больше 5000 за 25-летний я бы точно не отдал. Потому что 9000 за 9, я не знаю, кто бы его купил. Я бы лучше двин купил. И там еще 50 градусов. Дело, конечно, каждого. Ну, будем пробовать. Начну с десятки, наверное. Бокалы берите только 800-граммовые. С маленьких бокалов это не то. И виски также. Пить с малых бокалов, там, с 400-граммовых, это уже не то. Да, как шоколадность присутствует в десятке. Дуб. А вот в аромате уже нету сухофруктов. В аромате есть сухофрукты, а во вкусе сухофрукты уже пропадают. Горчинка есть. Надо еще глоток сделать. Да, простой. А зато запах у него очень хороший. Удивительно.
Не, ну с Двином, конечно, никакого сравнения. Да даже 25-летний, я думаю, Двин его, конечно, уделает. Да, купажисты знаменитые. Двин вообще создавали еще 30-е годы. По-моему, Маргар Седропян. Ну, Роберт Александрович Азарян тоже очень хороший сделал коньяк. К сожалению, он скончался в ноябре того года. Жалко. Великие люди уходят. Поэты. Ну, коньяк хороший. 30-летний не пробовал, не знаю. Но я думаю, будет по насыщеннее. Там 45 градусов все-таки. Мы пробуем 25-летний. Ну, у него и запах. Вот на вкус какой он. Сейчас попробую. Вот это да. В раза три насыщеннее, прям аж во рту прям все. Расцветает прям аж. Хорош. Горчинка чувствуется тут чуть больше. Сухофрукты. Курага. И дуб, дубильные такие. Хорош. Наверное, карабахский дуб. Шоколадный такой. Сказка. Ой-ой-ой. Шедевр. Хорош, конечно, ну в районе 6 тысяч, да, ну, конечно, по деньгам немножко они, я считаю, грубанули. Вот Двин, он у меня закрытый, у меня еще бутылка открытая стоит. Двин, конечно, но 50 градусов, то есть тут не совсем корректное сравнение. В районе 5-25-летку можно брать. Десятка, конечно, простой. Это просто к застолью. Это, конечно, чисто попить дома. Как сказать, в интимной обстановке. Выложу обзор на неделе. Кому интересно. Да, аромат прям. Кому интересно, да, пускай комментируют. Все, всем спасибо. Пейте мало и ответственно. Все, всем спасибо, всего доброго. До скорых встреч.